Итак, всем привет. Недавно начал играть в Астронир, но сейчас я решил начать свое приключение, свою игру, попробовать на запись. Летный костюм. Тундровой среды, земной среды, галактический костюм. Мне этот нравится. Бомба. Так, начать новую игру. Зеленый. А, во. Красный. Все. Начать новую игру. Да. Я в принципе не разбираюсь. Но во многом. Так, ну я вон вижу вон телепорты. Вообще стартовую площадку нельзя выбрать никак. А. Войти. Да, когда я залезаю, я сохраняюсь. Угу. Так, что вот это? Угу. Так, у меня есть какой-то запас воздуха. Так, генератор кислорода, стартовый средний принтер. Стартовая платформа. Хорошо. Блин, нет. Иди сюда. Так, хорошо, давайте-ка побегаем. У меня есть чем покопать. Можно тут соединение выкопать. Давайте-ка по максимуму соединений сейчас соберем. Так, стоп. А. С нее можно получать немного энергии, с нее есть топливо. Стартовый средний принтер. Так.
комплект опор. Я не хочу идти по полностью гайду. Полностью по гайду. Так, давайте-ка. Вот оно что. Так, у нас есть генератор кислорода. О, все, мы запитали его. Теперь можно. Посмотреть, что тут. Так. А вообще платформа-то рабочая. Давайте-ка ее сейчас подключим. Ему сзади. Вот так вот. Снимем лишка. Топчик. Ребят, топчик. Так, надо этот. Если база, то база. Так, вот там я видел еще какие-то обломки. Там можно найти что-то полезное. Забавно начинать игру с уже имеющимся обрывочным игровым опытом. Это нечто на самом-то деле. Так, ну это ушатанная платформа, да? Да чтоб тебе, достань ты. Я как один мусорщик, блин. Так. Давайте-ка, наверное, тогда сейчас по полю я пробегу. О, я нашел кое-что. Ты куда? Далеко. Это что у нас? Растение. Еще один ветрячок.
Так, воздуха в принципе достаточно, так что пока что пробежимся от растения. Семечко. Не ссы, не помрешь. Будем высаживать у себя на базе гербарий. Так. Да знаю я. Нельзя взять в руки. Увы. Так. Вижу, пока что мне смысла куда-то тёпать-то нету. Так, подождите, это, наверное, аммониевая капсула, да? А, сбегать мне хватит. Нет, она открывается соединением. Нет, не соединением. А чем? Не органикой. Так, посмотрю, здесь просто можно что-нибудь утащить или нет. О, батарейку отсюда можно утащить. Шик. Еще назад. Не сцы, не помрешь. Однако стоит зафигачить комплект опор. Он автоматически их никак не выставляет, хотя хотелось бы.
самом-то деле хотелось бы. Неплохо тут так-то обломков. Старбаунти, я помню, были капсулы времени. Здесь решили просто куча разбросанных обломков. И мы, блин, шатаемся среди этих обломков, как бомжи. Да. Ну, в принципе, неплохо, что на каждой капсуле можно что-то найти. Однако, вот там, это, наверное, знаете, что это смола. Соединение нет. Не медь, не кварц, соединение. Да, это смола. А нет, подождите. У смолы более мало. Меньше. Если это, скорее всего, даже не это. А что это? Тогда. Да, это последние обломки, которые я буду сюда волочь. Больше я их не поволоку. Потому что нафиг надо этим заниматься. Итак. Нет, это только на переработку от цветочки. И так, у нас здесь все. Упаковщик. Смола. Стекло. Судя по подтормаживающей сейчас записи, начинается. Да, увы. У меня будет теперь вот так. 19 минут пишу. Сейчас на данный момент я вообще не могу следить за объемом того, чего записывается. Так. Комплект опор есть. Давай-ка ветрячки вот туда поставлю. Мне энергии сейчас столько не нужно. Это исследовательская байда. Подождите. Сигнальные они, прожектор, малый генератор, силовые ячейки, малопанельная турбина, батарейка. Фабрикатор ускорения больших, малых, ингибитор, выравниватель, модификатор Бора, динамит, фейерверк, малая камера, малый гудок, голографическая фигура, анализатор ландшафта, сканер зондов,
зондов. Хм. Реактивный трамплин. Резиновый дельпак. Хорошо. Мне нужно что? Мне нужен исследователь. Генератор кислорода. Средний шредер. Полевое убежище. Хм, прикольно. Есть полевое убежище. Угу. Авторука. Контейнер ресурсов, контейнер почвы. Сенсор энергии, сенсор склада, сенсор батареи. Кнопка повтора. Удлинители, разветвитель. Средний генератор, средняя солнечная панель, средняя ветротурбина, средняя батарея, ретек. Средняя платформа. Кстати, смола одна. Можно будет напечатать. Средняя платформа С. Кстати, вот у нас С, да, стоит, а мы используем А. Можем делать А. А стоит у нас С. Платформа, высокая платформа. Надо просто... Блин. Средний амбар, высокий склад. Надо все дело изучить, потому что... Сиденье. Трактор. Прицеп. Кудок, лебедка, укладчик, мощность бура, мощность 3, двигатель на твердом топоре, гидрорезиновый двигатель, гидрорезиновый, так, большой принтер, мы можем сделать, у нас три соединения нужно, паяльная печь, центрифуга почвы, химическая лаборатория, атмосферный конденсатор, камера исследований. О, два соединения и смола. Отлично. Делаются они на принтере крупном. Сначала надо будет создать малый принтер, да? Малый контейнер, малый генератор, маячок, рабочий фонарь, малый принтер. Вот он. Малый принтер требует соединения. Так, органику я пока что выложу. Исследовательскую байду тоже выложу. Для начала пройду самый обучающий тут элемент, потому что покрафтить мне буквально не удалось-то. Давай-ка ее запасемся. Все. Есть парочка. Тройка. Складываем и бежим назад. Эти платформы я, наверное, заберу. Так, малый принтер. Собрать. Так, поставлю и все. А, нет, давай-ка я его вот сюда, наверное, поставлю. Да. Надо его не сюда, а вот сюда поставить и развернуть. Да чтоб тебя. Вот так. Вот. Все. Все никак к управлению не могу пристроиться. Так, посмотреть. Средний принтер. Два соединения есть. Отлично. Печатаем. Для его работы уже нужна платформа, да?
Так, мы ее здесь, наверное, можем напечатать. Средняя платформа. А. Одна смола, да? Требуется одной смолы штучки. Это все органика. Блин, я что-то здесь смолы рядом не видел. Вот вижу. А, вот она. Все, топаем назад. Не помрешь. А вообще, подождите, у нас есть вторука, платформа, а мы 205 байт, да? А нам на эту платформу что нужно? 2 смолы, да? Давай-ка пока что экономить будем тогда. От нее толку все равно немного. Ветряки стоят и все. Так, так, этот мы тогда вот сюда поставим. И знаете что? Ветряк маленький, можно отдельно вылупить, да? А сюда поставить батарейку. Все, вот решение моих проблем. Батарейка-то она мне свалилась на голову буквально. Так, теперь смотреть. Большой принтер нужно 3 соединения, да? Я так понимаю, на него понадобится большая опора, ну ладно. Я уже тут свой образовался. Все. Ордо. Так, осмотреть. Собрать. Построить. Неплохо. Батарейку нашел. Наутал. Все на ветряках. Да. Это, конечно, херня, по сути. Ну, выглядит прикольно, да. Так, большой принтер, да?
потребует, наверное, большой разъем. Да. Камера для исследований. О, камера для исследований. Я и хотел сделать. Так, а нам нужна... Платформа большая, да? Две смолы. А, ну у меня есть и смола, и все такое. Пригодится как запасной элемент. А, кстати, неплохо он генерирует энергию. Так как у нас ветряк появился, да? Так, теперь. Платформа заказов. Большая платформа. Подождите. Это у нас что? Можно вытащить. Погнали. База прогрузилась. Ботфа большая. Си. Развернулись. Так, и камера для исследований. Я ее, пожалуй, на другую платформу с другой стороны поставлю. Так.
Убежище, убежище, убежище. Так, подождите. Камера для исследований. А, на нее платформа печатается. Окей. Большая платформа. Кстати, неплохая платформочка. Непривычно мне ворочить ее. Так, надо отводить обязательно. Берем питание, подрубаем. Что мы можем исследовать? Вот эти исследовать, да? Пять минут. Неплохо так, оно энергию кушает-то. Ладно, пускай база его питает. Сохранимся. Как бы 3 минуты осталось, да? Комплект топор. Заберем.
Да, я вижу телепорт, я вижу какой-то хлам. Но туда я подойду уже с другой стороны горы. Бежать. Крутится, вертится эта планета. По 42 байта снег, да? Мне нужно гору с той стороны обойти, поэтому давайте-ка этот. Я вот оттуда начну прокладывать еще одну линию. Вот это вот поворота. Все, это все. Крючок. Возвращаемся к опорам. Сейчас надо сделать еще опор и ну, ребят, энергия ячейкой. И это как рабочий. Как-то воздуха нормально так осталось. Платформа рабочая, ребят. Или я обознался? Подождите. Да, я обознался. Это я
тупик протупил. Так, знаете что, вот эти цветы, они нужны для исследований будут. Так, куда ветряк делся? Прыть в небесах. Не важно. Сейчас лучше исследования проводить любой ценой. Да, кстати. Обязан попробовать. Нет. Вероятно, это все какой-то из переплавленных продуктов. Так, теперь мне нужна средняя опора, да? Это небольшая, средняя. Так, нет, нет. Авторука. Не, бы вот эту, да, растянутую, на нее можно... А это что за опора? 450. Форма Т. Так, хорошо. А у меня керамики нет. Окей. Угу.
Хорошо. Душевненько. Так. Предмет для направления энергии, ладно. Расходник. Неплохой расходник, впрочем. Сюда буду большие таскать, а сам, пожалуй, перемолю вот эти мелочи всю. Ты закройся. Так, ладно, я уже час целый записываю, пожалуй, приостановим эту запись. Всем спасибо, кто зашел. Всем пока.